Я бажаю на резку будет. Сейчас курба байрам не делается, сейчас не режут. Не режут? Нет, конечно. Пошли проверить. Пошли проверить, чтобы животных не резали. Барана где резать будем? А? Где, барана где резать будем? Барана не будем резать. Не будем резать? Нет. Хорошо, не надо. На барана в своем месте есть. Баран-то где? Баран? Бе, да. Баран, да, направо, да. Туда. Направо, туда, да? Пошли. Да, да. Курбан, баран. Идем по запаху. Несколько лет назад здесь много баранов убили. А сейчас здесь отслеживают. Присылок говорит, подойдите вообще. Ну вы следите, чтобы не резали. Баран-то где? Я не знаю, это раз. Туда баран, да? Да. Покажите баран. А куда туда? Туда? Баран или баран? Баран, баран. Свежий. Барана нету. Где барана? Барана на рынке не продается. А здесь вещи торгуют, для чего это рынок? Так а пахнет-то баранами везде. Ну, если видите, посмотрите, пожалуйста, ну, понятно, какой баран. Да, ясно, понятно. Так, ну, баранов не видели? Разрешите, я пройду. Виталий Валентинович, ну все-таки можно ли сказать, что рейд не удался, потому что сами видите, как бы, и собственно, и негде искать, получается, не с кого спросить. Рейд удался, ведь главная наша задача не то, чтобы застукать каких-то варваров, которые здесь будут реки крови пускать по улицам, как это было несколько лет назад, и все мы это прекрасно помним. Главная задача нашего рейда была проверить, насколько эффективно не допускается это варварство на глазах у людей.